что вы говорили тут о смысле нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому. И для чего так? Бескорыстно. Да нет. Вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. As they fade away. Здравствуйте, товарищи! Музыкально-патриотическая программа «Нейропанк» вновь приветствует вас на своих волнах. У микрофона ваш проводник в миры отечественных умных ритмов диджей Бес. И в течение полутора часов мы, как всегда, послушаем тонну годного материала от наших топовых продюсеров, а также познакомимся с целой волной новичков на сцене, которые молоды, амбициозны и рвутся в бой. Ready to transmit, grip map to the...